Всем привет! Я решил все, что возможно, покупать в интернет-магазинах в рамках разумного. Потому что, если кто не знает, я ненавижу ходить по магазинам, где приходится общаться с продавцами, продавщицами, спрашивать что-то, или они сами тебя спрашивают. На днях я, не так давно заказывал запчасти для бижутерии. Они почти все уже пришли ко мне. И сейчас я на ваших глазах сделаю украшение, кулон из фанеры с использованием различных деталей. И ссылки на эти все детали я оставлю в описании под видео. Во-первых, нужно из фанеры вырезать какую-нибудь фигурку. Пусть это будет тополиный листик. Я беру карандаш и просто рисую этот листик на фанере. Далее нужно просверлить отверстие под застежку. Я высверлил это отверстие. Теперь беру свой самодельный выжигатель и провожу весь рисунок выжигателем. Теперь следующий шаг. Я беру лобзик, термолобзик свой самодельный тоже. И вырезаю по контуру этот листик. Получается такая фигурка, которую теперь нужно обработать напильниками, чтобы она имела скругленные бока, чтобы была гладкой, по возможности без изъянов, без сколов. Для этого я использую напильники более грубые, кстати, тоже самодельные. Более грубые, более тонкие. Самая тонкая зернистость, которую я тут использую, это 600-я. Теперь, что дальше? Дальше я беру лак полиуретановый и обмакиваю в него эту фигурку. Немножко хитро я поступил и сэкономил много времени, много сил и здоровья. Потому что этим лаком еще пришлось бы дышать, если бы я накладывал его кистью, например. И теперь он должен высохнуть. Я дам ему сутки, чтобы высохнуть. На самом деле это будет быстрее. А пока что займусь шнуром для подвески. Шнур я использую из искусственной замши. Я отмерил примерно по своей шее. Теперь к этому шнуру нужно к его концам присоединить застежку. Точнее, нужно будет использовать несколько деталей. Таких как два концевика внахлёст. Концевики внахлёст. Концевики — это детали, которые крепятся непосредственно к шнуру, и дальше к ним уже крепится застежка или все, что нужно по ситуации. У меня будут, значит, два концевика, а между ними застежка на резьбе. И я сначала эти детали соединил все вместе, и в самом конце присоединяю шнур. То есть вставляю его концы в оба концевика, предварительно смачиваю сами концы клеем 88 профессионал и зажимаю плоскогубцами. Ну вот, теперь все высохло, лак высох, клей, естественно, тоже. И, наконец, я беру саму застежку, вешаю ее на шнур, вставляю концы в отверстие на фигурке и, наконец, зажимаю плоскогубцами. Ну вот и все. Украшение готово. Всем спасибо за внимание.